эту фаузу, да, они там показывают. Чего ты плакаешь? Жить хочет в квартире. Не бойся, все хорошо. Топор отдай. Ты тоже пользуешься. Иди ко мне. Иди ко мне. На данный момент. Пожалуйста, пока нет решения суда, я вас прошу, каждый день, не надо к нам приходить, не надо пугать моих детей. Смотрите, ребенок плачет, вы что, каждый день находитесь. Это ненормально уже. Что выселяет? Арина. А что вы взяли, что выселяет? Или нарушение нормального порядка? Закон видели? Вы последний раз да не кричите! А, закрой рот, блядь! Голос на меня, пожалуйста! Слышишь, это ты свой! Закрой рот, пиздец, блядь! Так я не рубаха, гандон! Гандон, детей уберите в квартиру! Закрой рот! А ты посмотришь, что с тобой? А чего он кричит жену? Чего он женой угрожает? А чего он женой кричит, ребенка пугается? У вас нету детей? Вы кто такой? Зачем ты кричаешь? А чего он кричит? Нормально не разговаривай, пока он не приехал. Не оскорбляй. Вы не издеваетесь сейчас. Следи за Понимаете? Когда будет последняя инстанция что? Они нам препятствуют право доступа. Мы там живем. Мы там живем 15 лет. Понятно, что они там живут. Есть дверь и такое. Пока нет судебного... Идите в юстицию, пусть выходят в экономы. У нас в полиции нам то же самое сказали. С двумя понятыми вырезают. Добровольно они пускают. Их выселяют официально. В судебном порядке, пожалуйста. Открывается справа и вас выселяют. Они здесь официально не проживают. Я не буду... Ну, разберите. Это представители отвечающей стороны. Но он сам ни разу здесь не был, он ни разу не приезжал. Ну, кто там? Шкурувату, заборонити, вчиняти будь-які дії, вселяти, виселяти, будь-які дії з квартирою пов'язані. Що ще треба сказати? Правопользователь шкурувату суд є закрит, поэтому у нього зараз право доступу должно не прикрасити. Ну смотрите, если вы сейчас будете ломать двери, это будет уже самоуправство. То есть вы беззаконно, уже на Шкуропатова такая строка, просто в полиции. Силы вы входите в жилье, вы понимаете? Вас просим, когда все квартиры забирали, когда вы можете просить, что вы хотите, это ваше право. Но если будут силовые действия, силой, это их... Сейчас я даже не команду.